в период с 6 декабря текущего года по 5 января следующего Московская духовная академия приглашает всех желающих на обучение в отдел дополнительного образования. Очное дистанционное обучение можно пройти по следующим направлениям. Основы православия. Церковная образовательная программа для всех желающих. Основы теологии и православия. Это дополнительная профессиональная программа повышения квалификации только для лиц с высшим образованием. Основы духовно-нравственной культуры. Предназначена для учителей, воспитателей, работников воскресных школ, преподающих и желающих преподавать основы православной культуры. Подробнее об обучении можно узнать на сайте отдела дополнительного образования Московской духовной академии.